Привет, я Саша Ключ. Поздравляю Любу Бабкину с ее день рождения. Желаю крепкого здоровья и мужа богатого. Чтоб работал экскаваторщиком и рыл из земли золото добывал. Чтоб ковш на тебя упал. Тьфу, дура. Саш, скажи мне, пожалуйста, как ты начал учиться играть на гитаре? А то многие хотят научиться играть на гитаре, а вот что-то вот купят гитару, а у них ни хера не выходит. А у меня друг где-то нашел объявление, у него гитара была. И он говорит, я вот сходил пару раз, там мужик такой, говорит, учит по нотам, ну как правильно играть. А ты ноты даже знаешь? Ну знал, сейчас я все забыл уже. Угу. Сколько уже прошло, лет 25, наверное. Я, правда, ноты забыл. Ну, добрый миф о соли. Да я имею в виду, не. А, на гитаре где ставится? Да. Ага. Вот. И что ты там учился? И играть? Я тоже пошел, купил гитару за 14 рублей. Хрена себе. И стал ходить к нему. Сам выбирал гитару? Ну, да. Я же ее не мог настроить, по первости. Да. Приходил к нему, он мне ее настраивал. Чего? Разучивал там это... какую-нибудь пьесу, ага. И дома повторял, сидел, играл. Ну, а у вас там экзамены какие-то были? Не, ничего. Ну, вот эти пассажики ты там играл, что играешь? Да, да, да. А сам ничего не подбирал? Подбирал. Ты умел, да, какие-то песни? Конечно. Рэмби, ну, никакой песни не умел играть-то? Нет. А кто их умеет играть? Не знаю. Просто по струнам. Вот и по струнам. Он там что-то там говорил, там, это он пел там, сдохни, тварь, сдохни, тварь. Типа того. Да. Ну, король, а у тебя, подожди, семиструнный или шестиструнный? Шести, конечно. Шести, да? Ну, и за сколько ты научился играть на гитаре? Ну, за год, наверное. За год, да, уже прилично так ну, играл, так, да. Хотел даже в музыкальное училище поступать. Ни хрена себе, а рокерские какие-нибудь песни играл-то, нет? Да играл я Цоя, помню, лет 17 было. Ну, вот эту, да, тянет меня как магнит. Не, эту не играл. Там, ну, там всякие крыши домов. Как-то... Медленные такие, да. Ну, я понял. А как же правда? Я уже и те текста забыл. Текут крыши домов. Опять перекосило чердак. И манит меня опять магнит. Ту-ду-ду-ту-ду-ду-ту-ду-ду. А монархи не умел играть? По-моему, умел. Пачку сигарет имел. О, ну это конечно. Там пачку сигарет, наверное, играли в каждом дворе. А-а-а. А вот «Мама анархия» не каждый мог играть. Как там слова вообще у этой песни? Сейчас, подожди, дальше. Мужик шел по улице домой, да, и увидел... Солдат шел, солдат, по, улице солдат домой, шел увидел, по улице домой. И увидел этих ребят. «Кто ваша мама, ребята?» Спросил у ребят солдат. А пацаны ему что отвечают? «Мама анархия». Папа, папа, стакан портвейна. Мама, анархия. Да? Да. А дальше что? А дальше не помню. Там история какая-то интересная. Я не помню. Ну там что-то ту-ду-ду-ду. Хотел Зольдат пройти мимо. А, но это было непросто. Что-то раскрасили. Все они маленькие. Маленького карлики. Все они мелкого. Все они в кожаных куртках. Все они мелкого роста. Небольшого роста, да. А, небольшого. Хотел солдат пройти мимо, но это было непросто. Потому что мама... Анархия. Папа стакан портвейна. Ага. А третий куплет там про что был? Сейчас. Я вот помню, там раскрасили красным и синим, заставляли ругаться матом. А что они там еще, ирокез выбрили там? Что такое там? Не, ирокез, ну, нет, такого нет. Хотел солдат пройти мимо, но это было непросто. Это приблизительно как бы на эстонском оно звучало. Как-то так. В общем, короче, на гитаре ты научился играть за год. А что забросил-то? Ну, у меня, я пальцы порезал, у меня, вот, смотри, сухожилия не сгибаются, вот, два пальца. Не можешь барре ставить, да, получается? Да нет, барре-то могу, вот.
А у тебя ж не сгибается, если вниз. Вот, видишь, в таком состоянии. Ага. А тут они еще рубцы килоидные. Не, подвижность не такая быстрая. Ага. Вот. И неудобно. Понятно. Ну как-то я играл, но потом, знаешь, все-таки вот этот дискомфорт. Угу. Надоело вот это. Ну, из-за пальцев. И, короче, на этом ты завязать решил. Ну, не, да. Ну хотя ты сейчас тоже что-то он играешь там. Ну, это такие. Фигня, короче. Так, да. Можно. Я играл там такие эти самые. Серьезные пьесы, вещи. Да. Вот по радио я слышал. Как же называется, забыл. А Гребенщикова умел играть. Да. Есть город, да-да-да. А в городе тон сад. Блин, ну ладно, все равно забыл. Пацаны, здорово. Тут, короче, такая тема, что надо делать зубы. А, иначе они у меня все... Там, а здесь вот, где не видно, тут вообще и болят, и осколки какие-то там в небо втыкаются. И жевать больно зубами. Блин, я был бы очень благодарен, если бы вы мне помогли. А тут еще такое, получил пенсию 12 тысяч и отдал ее за кодировку всю. Ну, хорошо, что не пью. И, в общем, я голяк. Голимый вообще. Ни денег, ни работы. А пенсионера со справкой нигде не берут. Потому что это официально надо устраиваться. По той статье, что у меня, она не катит, в общем. Мне, конечно, нужно чем больше, тем лучше. Если можете, скиньтесь там рублей по 50. Вот. Мне хватит хотя бы на сколько-то, ну, на два зуба. Хоть два зуба залечу.